Прекрасная новость для поклонников Каана Илдырыма. Актер возвращается на экраны сразу в двух проектах, которые произведут большое впечатление на турецкого зрителя. Что нам известно о новой работе звезды прямо сейчас? Сериал «Мевляна» является одним из самых ожидаемых и самых многообещающих проектов производства Турции. Почти год продолжаются съемки проекта в Конья под руководством одного из лучших режиссеров Турции Джана Ункая. 1 октября он будет представлен на новой международной цифровой платформе TRT Digital, которая будет запущена в Турции при поддержке государства. Одну из главных ролей в проекте сыграл Каан Илдырым. Его партнершей в сериале была Деврин Аскан. Как стало известно, в ближайшие дни съемки «Мевляны» наконец-то будут завершены. Актеры уже рассматривают поступающие предложения о работе в новом телевизионном сезоне. По информации известной журналистки Берсен Алтунташ, Каан подписал соглашение на работу в сериале «Госпожа судья» Хакиме Ханым, главную роль в котором играет Вахиде Перчин. Он станет партнером Физы Сивиль Гюнгер, которая исполнит роль дочери главной героини. Похоже, в ближайший год мы не раз услышим об актере, который наконец-то может вырваться из тени более популярных звезд турецкого экрана и засиять сам. Получится ли это у него, мы узнаем в следующем году. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.